Да. Ну, вроде все норм. Продолжение банкета не будет? О, хорошо. О, поднялся. Русский вперед. Опа. А киска? Андрей, ты такой бесполезный, блядь, по-моему. Кто бесполезный? Я. Не говори так там. Ну, я не знаю, чем мне заняться. Я вот... Я труп. Сотка инфа. Не поддержал меня, Тэчис свалил просто. Зассал. Место преступления. Обидно, я его спасал. Так, у меня через 15 секунд будет ульта, можно разыграть как-то это. Пара-пара-пара. Я мертв пока что. Кто, будем разыгрывать? Ну, смотри, кто там. Смотри, над дровкой можно разыграть. Я бегу туда. Хантера ульта нет пока. Хотя нет, уже есть. Да, время разыгрывать, по-моему. Так, стой, сука. Ой, Ктап, разыгрываем. Потихонечку, потихонечку. Хороший слаб. Ктап, действительно, хорошо было очень. Они сейчас еще умрут. Мне нравится, лучше. Ставлю лайк. Ой, батчер, хорошо. Фига-фига задрот какой-то, да? Просто пиздец, смотри. Ой, всех разводит еще. 3 секунды до дагера. Не, и стрелочку. 3 секунды бесконечные. Рот, в рот. Так, Андрей, нужен гост. Покупай. Знает одного персонажа, который сейчас погибнет. Если он не уйдет оттуда. Ты этого толстого, что ли? Да. Я думаю, я смогу. Главное, это вера. Но он сбрасывает себя всякие. А Херс? Так а у него без палпы. А че это у меня не рефрешнулось, интересно. Да, да, да. Он хотел. Смотри. Хотел. А, не стреляет. Здесь вард, по-моему, стоит. Стреляет. Забавно, что отменился. Вроде я с ним нажимал. Да, вард там чуть не стоял. Снайпер выстрелил. Нет, там, возможно, гем у кого-то. Не-не-не, там вард. Инфа-100. Ну, как бы, то, что вот сейчас сломали мин, это из-за варда. Ой, повесил, ты стоял, я думаю, мертв. А чё здесь кратер какой-то? Что здесь случилось? Где? А, ну это, вероятно, этот... Тяжел пак. Здесь тележка этот парень. Я готов нажимать кнопку. Да. Там, короче, снайпер 600 хп на ЭХЗ. На базу. Так, о! Я наверх поехал. Нажми кнопку, нажми кнопку, нажми кнопку, нажми кнопку. Смотри, он горит. Умер. Он горит, умер. Горит. Оп, и... Ага. Хорошо, а где второй? Вот второй бежит. Гем, нужен гем на тебе очень. Ну не знаю, это опасно. Я как бы с вардами просто говорю, вы мобильные, я не орел вообще. Это неприятно, неприятно. Выживаем. Вот это Art of Juking был просто, просто. А я не заснял, кстати говоря. А вот, ничего страшного. Короче, ребят, сейчас я нафармлю очередной артефакт, и надо будет еще пофидить немного. Надо еще фидить, да. Бля, если я был бы рад вообще, вот на 100%, если бы этот артефакт назывался гем. Нет, другой. Я могу гем купить. Вот если кто-то купит его, да,
Давайте тут вернем. Будет рядом. Не, Тап. Мне не надо. Ну можешь, можешь. Если можешь, да. Я купил. Это вон, смотри, шутки шутит лучше. Че говорит? Нихуя себе, такое ощущение, что мы играем с какими-то вежливыми ботами, которые шутят такие шутки. Спасибо, мясо. Ой. Ха, ой. Ты ж не мясо, ты ж не мясо. Тап, ну что ты купишь? А, ты купил? Я купил, уже? Где? А, друг там стоит. Всунь там, да, всунь. Я просто выбросил его. Но здесь с пола. Хорошо. Бабки нет проблем. У меня через 8 секунд будет магия. Не вы здесь вот. Сняли сэндвич. Я через. Все, готов нажимать, все буду видеть. Я тоже сейчас хочу. Прокса идет ко мне, блять, братан, прости, не надо. В смысле, Тап? Что значит не надо, блять? Оп, 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 прыгаю, 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 оп! Ну давай, хукай меня, сука! Сука, пидор! Он дагер сделал туда. А, тоже молодец. Но он сдох. А где тинкер наш? Как так? Что? Как ты так играешь? Слушай, а как ты? Да нормально, вроде я хз, вы без крипов рядом не было. Не говори так. Ну, так вышло. Ну ладно, я хотя бы не сдох даже. Бля, там вообще рефрешер будет. О! А ну-ка стой, сука. Опа! Реакция мангуста. Я назову этот трюк. Кстати, я за малым не сдох. Там все равно меня хорошо пробивают очень. Бабочку убил? Ну, не, манту. Кстати, видел бабочку сейчас сделали? Сейчас бомбочку, бомбочку. Ну-ка, давай, ать, бух. Хэси, какаха какая в него летела. Это вообще пиздец. Или так порезали тинкера вот этой какахой. Да. Так, у меня через 12 секунд будет кнопка. Ну да БКБ. Я буду королем драки. Да, но ребята. Смотри. Что? Что там? Где? Там укусили. Кушает. Я, в принципе, могу нажать. Или не нажимать, как думаете? Не-не-не-не. Или нажать все-таки. Наверное, надо нажать. Давай нажми. Пока помансуем. Вот так, так, так. И вперед! Все, пошел. Не даггер, давай, я не смог тебе помочь. Меня замедляют. Блять. О, какашка. Мерзкий снайпер. Тут план нервал. Показать, показать, нет, нет. Не-не-не-не. Ладно, все. Поэтому не показать. Ну вот это уже больше нравится. Мне тоже нравится. Тебе не тусик на суппорте, ёба. Бать, в две какахи порвали его. А я лечу назад. Давай. Их двое. Сейчас один будет, кажется. Блять, что он делает? ОБКБ нет, давай, берем его. Он сбил меня. Тракса бэйбэк, тракса бэйбэк. Ломать, ломать ее. Хорошо. У меня нет ничего, я улетаю.
Ага, без замедлительных стрел меня бил. Ха-ха. Так, и что это такое, ты хочешь? А я лечу назад, я лечу назад. Я тоже. А мне не больно. Ой, какашку мне дал, хорошо. Продолжение, продолжение. Нет. А, нет, стоп. Нет маны. А, ктап, хорошо. Смена фланга. Да. А вот, опа. Смазочки немного. Немножко смазочки. Для спектри. Да, видишь, я говоришь, не мобильный. Когда надо, ты в деле. Ага, все. Король замеса в деле. Да. Ну так, черный король. Нигер в замесе. Вот так вот, значит, да. Афроамериканский. Роль. Не черный, черный уже нельзя говорить. Да, угу. Афроамериканский. Посох афроамериканского короля? Да. Посох африканский. Ну ты правильно называешь? Не, ну хорошо. Я признаю, я не прав в этой ситуации. Блин, сверху. Короче, раньше я когда был молод, я, значит, собирал спектре радик и ультил просто так, чтобы где-то есть еще крипчиков подрезать. Так. С Радиком, ну вы поняли. Они меня все разводят. Выигрывал игру, Андрей? Вероятность была, что подрезал. Ну тогда когда все так играли, так что да. Охуительная игра, Андрей. Угу. 1-11. Бывает хуже, Ктап. Ну, не знаю, там... Это меня мало чего зависит. Чего ты мне зависит? Не, я тебе точно говорю, бывает хуже. Че, Криш? Точно говорю, бывает хуже. Это яростный дракон? Посмотри, смотри. Так, давай. Свапаю! Ааа, блядь! И этого тоже. Ктап, а ты чего боишься? А я не боюсь, сейчас смотри. Я делаю вид, что боюсь. Ты видел, да? Смотри, дай в три иллюзии его сейчас. Есть что ему дать? Давай, есть. И еще одна иллюзия, блять, как-то много, сука. Все под барабаном бежим, с тобой пизды тебе даем, сука. Давай, блять. Это не обязательно. Старый, уже орать, блять. Со свапом было. Нормально. Бахнул где-то. Енот, видишь, у меня орёт. Ну, это собака мясо. Енот? Переименовал? Перепрошил. Была собака, стал енот. Енотопластика. Ну, стандартное в наше время. Да. Вот забегай, Андрей. Я сейчас там способность. Давай. Я могу плюнуть. Вали всех, показывай. Хорошо. Бурно. А дальше. Кинечки. Дайте мне. О, я убил, смотри. А там еще одна есть. Я дуну и свапну. Уж ловит прям. А где свап? Да я хотел. Что, это подстава? Ой, вот это мы вообще разводим. Хорошо. А, сука. А вот давай. Посох африканцев. Так, только. Короче, я все, я, ребят, гем сдал на базу нам. Хорошо. Опа, а я, она видела, сука, пидор. ГГВП. Так, ладно, пока что... Ну-ка, сука, плюс 31. Заебись. А пока 3 минуты на рекламную паузу. Ну и, типа, find match. А, стоп, я find match. У меня что-то отвалился, странно. Так, а почему у меня только один друг онлайн? И он рофл. Нам повезло, на друзья. Ктап. У тебя вроде не было друзей.
У меня и так нет друзей, Ктап, я же дотер. Ха-ха-ха-ха-ха. Ладно, Ктап. Сейчас я перезапускаю дотер. Точно? Точно? Потому что вроде как даже Find Match находится. Нажимается, точнее. Ну, у меня, во-первых, игра Reconnect кнопкой висела, хотя игра закончилась. Понял. Но это на самом деле странно, то, что происходит сейчас. Может, это... Надо вызывать этих. Малдора искали. Да. Пусть они разбираются с этой хуйней. У них сейчас, скорее всего, работы мало, поэтому можно и сюда позвать их. Да. Ты смотрел раньше эту фильму, как она называлась? Так, ну иногда, знаешь, когда прощелкивал телевизор, а там Малдор или Скали на экране. И ты понимаешь, что, блядь, не отвертеться уже, надо смотреть. А Шкала тебе не понять, да? Не понять, не понять. Скажешь им, истина где-то рядом, не поймут ничего. Просто забей. Да ничего, шкалатроны вырастут, у них тоже будут какие-то свои темы, которые они будут говорить. Блять, шкалате не понять. Да. Только мне почему-то кажется, что когда они вырастут, они будут намного агрессивнее, чем мы. Да. Ругаться очень сильно. Друг друга обижать. Они станут как Соло. Худший из них, конечно же. Так, ладно. Ладно. Ктап, ну что ты там пробиваешься? Да. Хорошо. Все, давай, инвентируем. Ктап, не получается. Блин, я, может, сам перезайду. Я попробую перезайти просто в доту, потому что в Steam перезаходить мне лень. Я думаю, это многое объясняет. Блин, не, все равно та же хрень. Ладно, я попробую в Steam перезайти. Я в Steam перезаходил тоже. А, блядь, я в офлайне просто почему-то. В принципе, нормальная тема, только я не помню, как я его поставил, если я его ставил. Ты чё, Ктап? Ты чего, Ктап, ты чё? Трубы прогоняю, как бы. А-а-а, нормально. Профилактика труб. Трубы горят. Так, значит, Санёк на острове. Invite party. Пипец, я играю уже вторую игру с Chilling Touch'ем. Охренеть. Это что такое? Это холодные пальчики. Пошел оделся. В кофты. Такое ощущение, что не знаю, где-то на севере живу. А где ты живешь? В Белоруссии, в Гродно. Хорошо. Это не особо важно. Почему ты так говоришь? Главное, что в Беларуси. Почему ты так говоришь о своей родине, о своем хоум-таун? Не, ну в плане хоум... Да хоум там мало кто знает. Так что не особо важно. Нельзя так. Вот смотри, Ктап. Да. Ктап, а откуда ты? Кто? Я? Андрей, я не прав. Да, да. Я бы хотел показать молодежи, как надо отвечать на такие вопросы. Ктап. С какого района ты имеешь в виду? Нет, подожди, ты в Москве родился, жил? Ты же вроде... Нет, как... Рыбинск. Вот, с гордостью. Ктап не говорит, да, неважно, неважно. Вот, вот о чем я. Правильно, Ктапыч? Да. Рыбинск норм, сразу говорю, пацаны. Так, блядь, реально норм. Слышите, это Паджик
и Техис против нас. Так, я помню, как ты рассказывал, а ты ездил после армейки в Рыбинск отдохнуть неделю. Это, нам надо в Duty Free, пацаны, типа, да? Я думаю, блядь, откуда аэропорт Рыбинский? Вы что, ебанулись, что ли, думаю? А Duty Free это этот, за домом, блядь, гараж, где мужик там гонит самогон какой-то лютый. Duty Free, говорит. Я кому-то рассказал еще там в Рыбинске пацанам, так мы там тоже закупаемся, говорит, в этом же Duty Free. Это Duty Free все знают, и думал, хуй, я себе думаю. Вот пишут, я уже хочу в Рыбинск. Ну. Так а скоро же это станет этим курортным городом. А кстати, Демино, ты же знаешь, вот этапы чемпионата мира проводят в Демино. Эти лыжные это вот эти трассы-то там, знаешь, есть. Так. В Демино, ну это вот Рыбинск. А, ну вот. Трассы есть лыжные. Там реально много туристов. Реально как бы уже пользуется город этим. Это как там... Туризмом надо заниматься. Туризм должен развиваться. Приезжайте к нам скорее, суки. Welcome to the Великие Луки. Так что про Рыбинск можно то же самое сказать. Да, по мужик этот, который самогон гонит. Он, прикинь, как разрастется его предприятие. Там вообще, наверное, забей. Он уже не гараж, наверное, будет снимать, а возможно, не знаю... Гаражный комплекс. Гаражный комплекс, да. Да, просто забей. Бля, Спектра, я не люблю играть против Спектра. Я тоже не люблю КТАП. Я кто? Опа! Антитак? Антимейдж. Алкоголизм. Дред пик и паджика. Я не умею на паджике. Андрей, я на паджике не проигрывал. Ни одного хука не попадаю, команда выигрывает за меня, а я на паджике. Это нормально. Так, КТАП, смотри, это вопрос для КТАПа. Сколько сейчас земля в Рыбинске стоит? Надо бы выкупить участочек. С гаражом или без? Да я не знаю сколько. Я там не был давно, не интересовался. Да чего, обычно провинция, ну любая, там у нас же вся Россия одинаковая, кроме Москвы. Ну Питер там еще что-то тоже, норм. Бля, у меня какой-то недочего, нихуя себе чепчик. Смотри, этот опять взял, этого. Ладно. Опять пуш. О, чиллинг тач. Блядь, не напоминай. Андрей, бесконтактный бой. Бесконтактный бой. Будем этот противника водоворотно закручивать. Слушай, они, короче, опять это говно возьмут сейчас. Текиса и Паджика. Вот, Андрей, играю на тебя. Это как? Вот так. Хорошо. Чувствую, как пульс просто сейчас окажется под этим номером. Если он пойдет мид, но хотя... Это же... Течис... Детрат-я... Детрат-я... Детрат-джа... Блять, реально, это не антимаг, это бабушка какая-то просто. Нет, сзади не похоже на бабушку, если посмотреть на руки, но вот так вот, если... Ага. Бабулька, реально. Ну просто сумки таскала, блять. Вот и руки накачались. У нас же... Наши русские бабушки-то они. Магнуса на скаку остановят. Что ты говоришь? Кто... Магнуса, говорю, на скаку остановят. На скаку остановят, да. Сами увезут его еще. Сами увезут, ну... Как чучело просто поднимут, пошли. Блин, там антимаги такие красивые в сетах, а у меня какой-то, блядь, просто ни рыба, ни мясо. Так, ну это не очень. А вон смотри, против нас и рыба, и мясо играют. Смотри, Андрей. И рыба, и... в натуре, и рыба, и мясо. И смотри, и текис сейчас будет. Бля, забей. Я, кстати, ни разу не выиграл антимагом в паблике. Надеюсь, размочить счет. Говорит о чем-то. Так, ну вообще, мне... Знаете, что нужно, ребят? Так. Помимо вдохновения. Так. Мне нужно придумать какой-то новый тимбилд на антимага. Срочно причем.
Вангвард, Аквила и Некромикон. Что ты говоришь? Вангвард, Аквила и Некромикон. Не, не, другой человек. Что? Ты... Мне послышал, что ты сказал Team Build. Team Build, нет, и Team Build. И. Team. Я съел, может, первую букву просто. Похоже. Так, значит, ладно. Санёк на острове, подари мне поесть. Сколько тебе? Да, одного хватит. Так, слушайте, а физ уроном бьют бомбочки? Блять, физ уроном бьют бомбочки. Ёбаный стыд, мне двух хватит, чтобы сдохнуть. Ты как, ой, ты как Санёк! Серьёзный парень, покупай Владимир. Санёк, Санёк! Да-да. Так ты ж засентришь их нахуй. Ну. Пойдём. Так пошли. Я уже, видишь. Я, кстати, не рекомендую тебе вот здесь вот находиться. Вот здесь вот бегать. Я не буду. Вот я буду строго за мобами. Follow me, типа, знаешь? Да, да, да. Это будет. Ктап, а дай мне центрик, пожалуйста, я удачи попытаю свою. Ты хочешь блинкаться на минку? Реально в сапёра поиграть можно. Давай. Ктап, я могу поиграть в сапёра, так что я блинкнуть и сдохну. Ты хочешь? Слушай, я вот здесь вот, я думаю, он вот здесь минирует. Я угадаю, подожди, я подожди. С одной, с первого раза. Ктап, а я вот здесь, смотри. Бах. Ктап, там бы проверить, но не хочется так. Так надо брать, надо. Ктап, подожди, подожди. По шагу. Так нет, тут там, по Андрей, я тебе говорю, да он вот здесь минирует, Андрей. Как ты это знаешь? Да. Ну поставь там, попробуй. Вот смотри, он вот здесь вот, наверное, заминировал, чтобы я не отводил. Слушай, да. Там Фурион с этим... Слушай, где-то он точно минирует. Так, ну тут Так, ну теперь мы, блядь, будем очень аккуратно играть, мне кажется. Ну я через 30 голды еще приползу. Давай, давай. Мне кажется, вообще можно сразу гем купить очень скоро себе. Гем? Да, вообще он может нас обмануть, просто засуицидит нахуй. Смотри, Паджик выдаст местоположение минок. На, сука. Бля, приятный дэмэдж у этого товарища, меня вообще не бьет. Короче, где-то вот здесь, наверное. Да, да. Я буду бегать за крипчиками, потому что там, где они, вряд ли будет что-то. Все верно. Не манку ему звать. Насец. Да что ж со мной не так, блядь? А, ну стоп, я же никогда не выиграл на эти маги. Крипов, соответственно, не обязательно добивать. Так, варды пришли, Андрей. Ну, давай, Ктап. Ктап, а ты точно туда хочешь заходить далеко? Вот здесь, слышишь? На линии варда стой, стой. Вот тут вот край, дальше нельзя. Так, посмотрим. Давай, и вот сюда. И смотри, вот здесь. Опа! Вот! Давай, я ломаю. Вот сюда, встань. Иди фарми. Нашли, блять, клад. Это одна всего? Или сколько там ты раздолбал? Одну. Блять. Попахивает наебалом каким-то. Так, на танк. Давай, Ктап. Шот. Антимейдж. Ктап, Ктап, блочу. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну пусть там один пойдет. Так, у толстого баночка. Толстенького. Слушай, нам бы реально какое-то животное, чтобы оно могло бегать по минкам и было ей все равно. Это я помню, как только первый день там вышел Течес, я на второй день поиграл на нем, против меня был Абадон, Силабир, Чен. Поиграем. И еще пару героев, которые как бы... Сугубо говоря, им насрать на минки. Нормальная тема. Вот здесь Ктап, походу. Где?
Вот здесь. Так и там видно еще. Мы что-то не досмотрели, походу, потому что он туда притянул. Да он просто... Так, вот сюда тянет, слышишь? То он не просто так. Надо пропушить, да посмотреть сейчас. Ну давай пропушим. Танга надо еще? А мне нет. У меня банка еще есть. Огром. Можешь закинуть? Большая? Большая танка? Большая танка, да. Да ты сука! Извините, посмотрите, нервишки подшаривают. Ну она хук сейчас нужно будет. Так, вот прям сейчас, значит, надо уже. Сейчас или никогда? А, слушай. Нормально. Пониже, может, немножко? Ниже немножко. Короче, вы скажите, где они могут быть примерно? Короче, вот он, отвечаю, он бежит на минке. Нет, это психология. Ничего. Скажите, где? Короче, мне кажется, что где-то вот здесь, да там, нет, вот да здесь. Нет. О, побегай, давай. Я ей что делаю? Он просто меня хукал, Андрей. Слушай, а может просто он левелит нас? А сам это ничего не ставит вообще? Андрей, может это этот? Паранойя? Возможно. Да побегай еще, на всякий случай. Сейчас это 5 часов, ага. Нашел? Андрей, давай включим его стрим. А у него есть? Ведь стримеры играют против стримеров. Ну да. Слушай, так вот какой был его план. Он вовсе не хотел ничего минировать. И дрейфовать 5 минут? Да. Слушай. А, это Си Магнус, блядь, молодец. Слушай, кстати, а вот под товером он мог заминировать. Под товером где? Ну вот здесь, где, не знаю. Ну что, типа, мы если пушим. Я отправил зверя своего. На этот раз постараюсь не увести грибов. Да, мы тауэр подпушили немного. Ну, ситуации разыгрываем. О. Где? Здесь. Я говорю, что одна. Одну нашли, хорошо. Там, возможно, больше. Я опасаюсь. Куплю себе пояс силы. Может быть, не умру. Вот здесь ты, говоришь, были, да? Да. Ну, вот, типа, в боковом. Понял. В кармане. Андрей, я отвел. Так, красава. Я с ними на мужика тогда буду разбираться. Даже бы он меня не хукнул, блядь. Хотят кентёнка убить. Кентёнка убил. БЛЯТЬ! Инженерно-сапёрная рота, блядь. Поехали, блядь. У нас была такая, Андрей, что ты думаешь? На батарея по минам гоняет, она пока спутнула. Ты видел, Андрей, да? Я видел. Кратер, блядь, там. Пальчиком ледяным дотронулся, блядь. Как... Какой там вообще пошел? Говорят, минер ошибается один раз. Правда ли это, Андрей? Походу, да. Сапер, минер это кто минирует? Сапер, ну, сапер ошибался. А минером можно ошибаться сколько угодно. Можешь вард поставить на руну на топ? Давай. Только я уже рискую взорваться. Так, ладно, Ктап, ты уже все видел, что ты это. Минкой больше, минкой меньше. Ну, Андрей, там было понятно, что где-то, ну, непонятно было все равно, но на какой же? Лучше на медиа. На медле ты имеешь? Возможность, если успеешь, стакни еще. Возможно, стакни. Блин, как же быстро бьет этот антимаг. Имеется в виду, там, смотря какие мобы. А? Что, дура, блядь. Нахуй, реально дура. На, сука! Ладно. У меня нету, блядь, большой танги. Да у меня все есть, смотри. Смотри, вот здесь вот проешь дерево здесь. Какое?
большое вот это дело. Да, это не обманываешь меня, нет? То еще взорвусь нет. Нахуй. О, все хорошо. Ты еще отведешь на меня. Получается, а я еще так. И пофармлю. Получается так-то. Блять, что он хочет от меня? Тап, что это такое нахуй? Опа. Опа. Че, убьем его? Ну не знаю, он плотный. Он мои 400 хп. Да. Кусит, откусит быстро очень. Ну я регенишь, тап. Да. Так. Сек лаги. Я скоро 6. Я могу это. Даггер через 50. Разрабатывай. Я тут вот. Слушай, он этот ДЦП этот бьет. Ну да. Я отложу он, блин. Давай. Выборочно. Что-то поросло травонишно вместо наших встреч. Эх, антимажик, антимаг. Можно качаться очень долго. Вонючка эта. Ладно, не буду я дамагшивать эту хрень. Блять, Андрей, плодятся что ли тебе? Паджик что-то у нас. Так, ну вообще да, размножаются. Свойство такое у них. Эх, я вдруг. Приятно. Так. Батчер, Андрей, охотник вот там. Ты плохо. Его? Я с ультом, кстати. Ктап, вообще не хочу с линии уходить никуда. Да. Ну он. Вот, тут хотя бы минок точно не будет новых. Я ульт не спустил. Стой. Вот там ульт сейчас прилетит. Огромный ульт. Бам. Эх. Ну, я её убил. Не убью. Или нет. Стоп, на тавр, давай, навалились. Хотя я сам смогу. Я отведу. Ну, да я смогу. Блин, не допусти. Пойду поворжу немножко. Вот здесь можно зафармить почти 3 пачки. Они меня убьют меня. Я заберу просто. Давай. Вот, профеток, давай его кинуть, профеток. Ну, я вряд ли смогу, Ктап. Пиздец, что-то смотри, как они боятся. Ты мин боишься? Так, ладно, Ктап, я попробую. По-своему только. Кого? Смотрите. Покачаться здесь, да. Я очень надеюсь, что здесь, блядь, нету минок. Там нет минок. Я проверяю. Отвечаешь, Ктап? Отвечаю за балда.
О, смотри, вот здесь. Минки? Если бы. Понял. Здесь мини. Мне надо не даст, короче, собирать, по-моему. Опять такой пик какой-то, не знаю. Эй, Андрей, ты должен как-то выигрывать, да? Ну я буду качаться, сплитпушить, потом опять качаться. Просто фармлю как чемпион. А тот умрет, как думаешь? Все, паджик, по-моему, закончился. Надо было в того, наверное, на вейв дать. Там, походу, вард просто стоит на апгеле, я видел, как я заезжал на него. Так, нет, нет, где вард? Не, может быть, на нашем стоять. Там, стесняйте, так, все, ребят, я начинаю играть. У меня есть даггер, я тоже начинаю играть. Не, я скрипами начинаю играть, имейте в виду. А, ну это нормально. Это хорошо. Ой-ой, стаки, стаки, стаки. Я жду на боте пупсиков. Стардар он выехал. Ага. Так, чё против спектры спасаться? Ю, или куда я тебя догоню? Блин, а кто мне настакал, такой добрый человек? Вот это я стакал. Да, вообще насец. Здесь еще есть. Там уже забрали. А. Да. Мы тут закомбинировали ульта от Хантера, Лича, Агнус. Так, вот так куплю. Можно пока что вот так взять. Блять, отстань от меня, рыба ебучая. Рыба хочет, рыба хочет. Блять, не затебись. Сука. Андрей. Дактоп. Не заебать. Срать на рыбу, Ктоп. Срать на рыбу? Да. Понимаю, такая себе перспектива, но... Покупаю нужный нам артефакт. Какой? Андрей, я буду собирать его. Кем? Или агоним, Андрей. Ктоп, как душе твоей угодно? Опа. Мне пизда. А-а-а! Сука, на, пидор. Эх, ладно. Вот минус мне ставит. Я ошибся очень сильно сейчас. О. Так вот. Не знаю, давай пускай под базу пускай. В общем, я с гемом. Я сейчас буду чекать. Но нужен рейндж. Вот, видишь, смотри. Я тут, давай вместе ходить. Я иду, иду. Ой-ой-ой. Я сдох. Я пойду до кухни, Андрей. Топорик, блин. Да, ребят, ну, блять, я никогда не выигрываю на антимаге, ребят. Сори, ну, блять, так вот все плохо у меня. А вообще, да, я мог бы проесть и убежать. Или нет. Не знаю, я запаниковал, ребят. Я антимаг 0-1-0. Все в порядке. Для этого есть команда, которая потащит Андрюху. Да. Наверное. Или нет. Или нет, или Андрюха потащит нас. Или никто никого не потащит. Так, парень, который пошел на кухню. Ну тут очень интересная ситуация. Знаешь. А может поразводишь его так, типа туда-обратно, туда-обратно? Да хз, я... Знаешь, есть лучшая ситуация, короче. Я юзаю ТП на топ, у меня есть РП, и мы с тобой убиваем. Там я в инвизии. Пускай кто-то сдохнет. Я думаю, Тускар отъедет. Ну и Тускар, говорю, Сандар. Что Тускар уже. Ля, ну нам нужен аппарат. Аппарат нет. Ничего страшного. Ты шварт чувствует. Да. Я ты только типа просто качаться пошел. Да, 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 да. Подожди, надо Лича подождать. О, вот это я накосячил, пиздец. Ну ничего, спектру убьем. Что-то, блядь.
Я не ожидал такого поворота событий. Она не убегает. Блять, здесь... что я делаю? Ну, нахуй? Сбить. Короче, все очень плохо. Они как-то резко стартанули. Ну, я Магнус 2000, блять. Хорошо, я добил. Блять. Нормально в игру вошел. Прям. Опа! Хорошо, нормально. Я еще пойду отойду. Давай, Ктап. За чайком? Как в мувике там самом. Ты видишь, братана? Я не, я качаюсь, никого не вижу. Встань от меня, блять. Моя руна. О, блять. Чувствую, это, блять, последняя руна моя была. Почему? Почему? Потому что нельзя. Нельзя. Так, ну тебе надо манту делать, как профессионалы. Да, блять, ну давайте играть уже, что такое? Андрей, я в игре. Давай, Ктап. Тут уже так. Паникуют тиммейты. Кидаю. А энджетов можете постакать туда? Ему течис, это хорошо. А кто? Ты умер? Я нет. Нет, а наш гем. Наш гем умер, да. Да. Блять. Вот это так правда. Вот чай ходить. Вот сейчас. Сейчас мы пропьем здесь. Все есть? Да. Сколько? Есть. Селедка поехал. Терминатор. Там варды у них стоят. Надо под как-то дефать. У этого дагер. Он будет покупать? А, он жует. Этот не попал в ком. Есть ульт у тебя? Запускай на бот. Пускай. А можно мне фраг? А можно мне? Даже экспы не дал. А, не дал. Все в порядке. Дал. Ой-ой-ой. Без контакта. Еще импувер. Ты на меня ругаешься? Не, я не ругаюсь. Не говори так. Все. Говорились. Так. Слышь, ставь сентри сюда. Мы здесь не разбивали эту... Там минер не заметил, и ты вроде выжил. Да. Ну или не выжил. Подальше. А ты не хочешь разбивать? Я отойду подальше просто. Да ладно, че вы паритесь, пацаны, нормально все, блять. А я-то что парился, тоже мог. Ну, ёпты. Дразнить. Так, у меня есть инвиз. Через 45 секунд торпен. Тут... Ой-ой-ой. Блять, только не меня! Пожалуйста, только не на лицо. Жесткая комба, жестко. Нет, а мне на лицо дали. Как же я не люблю. Спектр. Ну, ульт кидай туда в нее. Тут паджик есть. На паджике баф. О, на паджике баф. Товер тебя. Вот там. Чилинг тач. Витач метал. Пейте вот этого товарища. Ой, какие хорошие у него чайнички. Так. Ой, спектры! Ой, не на лицо. А вот друг есть. Мне кажется, он сейчас заведет тебя в ловушку. З, пока ловушка не пахнет. Так, а спектр-то там разбирается. Мне надо уходить отсюда. Да я не уйду ни одну. Маны нет ни на что другое. Это. Ну.
Рыбку надо. Рыбку, хочу, хочу рыбку. А чё ж не ультимативную? Да я нажимал, она... Ай, у меня кнопка другая, я на В нажимал. Сука. Не пошло. Блять, как это было неудобно-то перед вами, ребята. Вот там, вот, надо защитить. И за глиф, может... У меня КД ТП. Тайдхантер, возможно. Просто летит фармить. Бля, ну это реально супа 2 есть, было просто. Есть, арчит. Ух, Фуриона, давно уже он? Ну я уже чувствовал, разок он мне и пизданул. Да. День Шупуджа, который... О, мотивная. Ну я кидал Фурион вообще. Кто же знал, что это будет? Так, у меня есть став, есть четвертый бипауэр. Беру еще смог один. Блять, дебил. Надо завардить наш лес, чтобы антимаг себя спокойно чувствовал. Варды у этого бича. Кто на него? Вот этот вард тут. Такой себе. Норм. Но пушить буду, бачить буду читать. Что-то никто не пушит вроде. Сейчас ты видишь. О, нашел, ребят, стардарчика. Мне пизда, если не поможете. Блять, ну ебаный стыд. Я думаю, вы в лес наш идете. Уже зашли все такие. Думаю, ну все, пойду качаться. Убили вообще. Вот и она. Ага. Блять, плохо, она меня сука. Убила. Она тебя убила? Угу. Кто? Да. Ёбаный пиздец. У меня же уже почти манта было. Ну что такое? Что такое? Соберись, Андрюша, соберись. Соберись. Братишка, прости. Зря ты хантич. Я выживал, он ТП-шился явно, я убегал. Слардар завардил здесь вот, да информацию. Ну обсов нет, медальки, понимаешь? Медальки, блять, уебан. Я бы с радостью. Да. Снимает варды с гема. Я чё-то даже не знаю, где мне покачаться спокойно. Короче, есть. Побегайте со мной, плиз, да, мне да, 500 да, голды, да. Надо собрать себе тот самый. Стильманты. Стильмант, да. Где завардил? Здесь завардил? О, вот здесь кто-то был. Ну, благодарю. Мерси, благодарю тебя. Мерси. Спасибо. Ты чё здесь минирует, да, скорее всего? Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Нич. Парни, ну по-братски, блять, ну мне надо немного, нахуй, ну побегайте же вы со мной, ёбаный стыд. Андрей, ебаный пиздец, блять. Короче, ладно, я буду просто под базой стоять и ждать, пока мне докапают эти ебучие 1500 голды. Блин, тут ошибались пацаны, мы должны были их обоссать. Да нахуй вам этот течес нужен, бесполезный. Sorry, я бы уже, блядь, получил бы... 10 секунд, сраную манту и жил бы уже, блядь, сколько угодно. Бачки. Или в замесе можно получить. Или в замесе? Давайте сожрите кого-нибудь из них. Андрей, ты должен? Блядь, я один не сожру. Вот если что-то в кого-то, я... У меня вот 15 секунд, давай, я вот сейчас поеду. Нет, плохо утонул, плохо утонул. Вы спектр. Я хз. Где Тайдхантер? Ты же был, блядь, здесь. Долбится в очко. Где Тайдхантер? Ладно. Лич внизу я кормит. Утонул. Подпушивает лайн, блять, спасибо ему за это. Не-не-не, брат, ты чё? Ты закупался. Здесь у нас на базе уже ждает. Он ошибается за это. Забирай
собирается за это. Не ошибается. Некович. Там опять вард поставить, а где казать? Ой, нелегко, Андрей, ой, нелегко. Очень нелегко кто. Спектриди фьюз. Так, блять, разорвём её нахуй. Не знаю, какой-то неадекватный тайт этот, блять. Да. Нажми ты кнопку, пиздец. И нет ульта. Я не поеду да, туда, нахуй надо. Долго что-то думал. Меня форстафить. Ой, хорошо. А кто у кого форстаф? Меня. Так, а вот так я могу, наверное, дать. Вот, хорошо, хорошо. О, манта прилипла. Слышишь, можем еще фурионы попробовать. А, у него дагер. Давай, я постою за тобой, у меня есть этот. Да все, мне уже не надо. Не-не-не-не-не, мид надо пушить. А, это пожалуйста. А мины? Оп. Вот, например. Здорово. Нормально. Еще что прилипло, Андрей? Приятненько. Две тонны прилипло, тап. Аккуратно, слышишь, медиа могут быть сверды. Да хер с ними. Бабий магнит, Андрей? Ничего не боюсь. Смотрел бабий магнит? Не, тап, не видел. О, еще крипы. В барате, типа. Говорит, у вас машина, забавим магнитом. А, да-да-да. Мини-магнит на тимах. Я кидаю под вас ульт. Это не обязательно. О, попало. Бомжа. Вот так поприятнее стало играть уже. Хостецкий. Болт по мину, конечно. Ой. Пошел на бот. Тут, кстати, вот здесь. Тут очень много фарма. Ну, может зафармить, не знаю. Мир? Да, я бы хотел. Фарми. Я чувствую, лич не даст. Фарми. Каним хочет. Я хочу ПКП. Или форстаф, Андрей, делай. Что там? Что делать? Какой артефакт, не могу понять. Ктап, хороший делай. Форстаф хороший для тебя. Чтобы всех убить. Айул, айул. Я сало могу забрасывать. Нет, тогда лучше гоним уже. Так, нет, нет. А если Тарасыч возьму, ребят? Не знаю, правильно это или нет. Это, да хз, знаешь, ПКБ, мне кажется. ПКБ тоже нормальная тема, ну как я убью кого-то? Ну, по-моему, вот под эмповером нормально убьешь. Блять, это штука сломала. Ладно, я буду делать тиганим рядом. Я уехал. Я буду стоять на базе, короче, уптить. Андрей, как ты видишь? Хорошо, у спектри нету льта, ребят. Так все, надо разматывать врага. Да. Да. Смог через 15 секунд. Прям снизу идти вот и вард все, стоит. И разматывать. Вард, ходячий вард стоит. Брат, спектра какая-то здесь. А ты не хочешь в нее РП дать? Я бегу. А, по-моему, просекла фишку. Я на байте. Ага. Да, я попробую. Ой-ой-ой. Нормально все. Это ряд ДТС. Нашел. Давай, давай, Андрей. Момент настал. Кто говорил, что алкоголики не люди? Давай. Что, что, Ктап? Кто говорил, что алкоголики не люди? Правильно, блять. Это мой выбор, это мой путь. Так, я в мид полетел. А помнишь этот тренди, когда типа я болен, типа, такой. На инвалидное кресле такой постригся и стекнался. Да, да. Пледиком укрылся, типа. Алкоголик, сынок, типа, бля, все пиздец. Так же и ты, да? Да. Нормально бахаешь. В пледике там... сижу сейчас. В пледике сидишь, лысый, но. Да. Вообще, блин, этот тимбил подразумевает то, что я буду сплит пушить. Наверное, так надо делать. О, течис.
Double patches. Что, блядь, здесь сделать? Ой, блядь. Нормально, нормально бахаешь. Сейчас они, блядь, меня размотают. Чух. Ладно, R, я... реакция. Блядь. Да ну нахуй вас. Да они там от чего-то ждали все, блядь. Андрей, там три внизу. Да, мы... Но он на миде. Фикшра делает туда. Хекс, даггер будет, но и лорш. Ой, манты, нет. Ой, нормально. Пашика не будет сегодня. Ульты успех принят. Ну я все равно хуйню какую-то делаю, на самом деле, откровенную. Да только много, Андрей. Много очень. Да-да, я иду. Так что, может уже тогда башер, если ты раз... Надо башер. Что-то без башера не ок. Андрей, только надо супер башер. Супер, сам. А это что такое? Да он, блядь, он здесь вот где-то... постоянно тренируется. А, он здесь сейчас будет стоять, смотри, я попаду в него. Только я его не убью, наверное. Так, он в прошлой игре тут стоял. Выкинул пейнтбуст. Все, я выехал. Андрей, бегом туда, надо ехать. Я выезжаю уже. А он скоро умерла, блядь. Так, надо аккуратно, кстати. Вот не заходи туда. Ломай нахуй. Нахуй. Все. Так, нормально. Так, ну что, Гайс, можно и дальше идти. Андрей. Вы знаете, у них вдвоем, кстати, уже не получается меня убить. Если возьму мясы еще, мне вообще будет насрать на них. Андрей, я ты видел, думал, что было или нет, Андрей? Хотя, давай мясо. Ктап, ты ж попал по нему, и он сдох. Так он выложил, он, смотри, он прожал соул-ринг, у него хп упали. Так. В него попадает ульт, и при этом он еще выкладывает эту залупу свою. Юл? Не Юл, а коин-бустер. И 1200 вы спиздили что-то, нет? Выродил. Сломали, Андрей. Хорошо. Ладно, вы спиздили, сломали, мышети. Андрюха, видишь? А, видишь? Чего там? Иду. На блинках. Давай, ульт летит. Блядь. Нормально. Ну, ему сбивается. Сюда, малыш. Так, ну что, можно тавр на меде брать? Жены и боши. Не знаю, куда воды ты. Блин. Ой, они все по низу хотят. Да мне уже владеть. Не надо отступать, скоро надо я брать. Отступаю, Андрей. Как знаешь. Ну я не знаю, что, блядь. А там может быть много, слышите? У меня ТП нету, я ухожу. Надо нет, надо на базу идти. Все, я пошел, Андрей. Ты там развлекайся. Хорошо. Я тебе не помощник. Я могу только ультом кидаться. Я развлекся. Опять с бутылкой, Андрей, развлекаешься. Да. Развлекаюсь, как умею, топ. Вот здесь что-то стоит. А, это он сам. А можно я сверху заберу? Пожалуйста! Спасибо. Ам. Спектр, блять, как же. Как же страшно. На тележку, лич, тележку. Бьем тележку, лич. Андрей, бесконтактный бой. Так и есть. Противников водоворот. Он должен быть, по идее, же. Я проверю. Можем оформить. Я проверю. Нет его. А вон, слардарчик. Оп. Блядь, только не меня. Почему, блядь, добить их всех? Ну как-нибудь. Я с DD. Есть там что, варианты? Что, Фуриона не убили, что ли? Нет. Я все на него кинул, урну, хуёрну там. А он, собака, выжил, да? Угу. Андрей, ты сейчас рискуешь. Я знаю. Андрей, байбак есть. Да, у нас Смит рискует. О-о-о.
А может ультануть стоило попробовать? Да не. А минус 2, там стандарт и спектр. Чё страшно. Ой, хорошо. Жизнь. Обратно, пушку. Она мид сломали. Мид упал, Андрей. Это жаль, очень жаль. Вот можно спектру ультануть, там минус 700 маны у нее. Да? А этого парня можно ультануть? У него 400-300. Ну я хочу просто бить его. Нет. Так, ну я уже такой уважаемый молодой человек. Андрей, следующее, что вы башит, да? Вообще надо какие-то травола сделать, если я хочу грязь мутить. Это Рошан может. Рошан надо брать. Андрей, так убрасывай Володю уже надо. Я могу Володю. Надо, надо. Блять, 200 голды я гоню. Тап-тап, это хорошо. Хорошо, но нет, это плохо. Так, вот все, у меня гоню. О, снизу спектрочка. Тулта 28 секунд. На топе Фурилен. Рошан, Рошан, Андрюх. Вылечный. Ладно. Иду на Рошан. Ладно, уже по тэпам особо смысла нет переключать. Так, ну я вот вместо Володьки и возьму, вероятно. Скинь меня просто. Они сюда бегут. Блять, вот они. Ну вы смотрите, не палите, вот чтобы они, Слардар всех не застанил. Вот они все. Они все на топе. Ах ты шлюха! Стоять нахуй! Блять, вот чмо. Вот она, смотри, застряла. Блять, ведь я как знал, надо на фонтане стоять. Я не боюсь вообще ничего. О, нажал. Тут контр без реведжа. Две, одна с реведжем. Да, Гирка, давай. Что за обманщик, блядь? Приветики. Эй, дай жить, убить, точнее. Ой, да, ребят, ребят! За это все равно плохо. Почему? Да нормально, не успеть. Ну, почти потеряли еще одну вышку. Надо пушить идти сейчас. Надо Володю. Супер, я хз, Бэд Хантер, блядь. В этой игре никогда, наверное, нормально не ультанет какую-нибудь спектру, блядь. Так, и потом вместо этого БФчика БКБ еще втарю себе и все, и пизда. Я куплю Владимир. Мне гост нужен. А? Мне гост, говорю, нужен. А. Не, ну ты фармил. Я просто линию пушу. Не-не-не, я не про того, что я да перед... Я все равно не фармил, у меня байбек этот. Мид надо пушить. Тут большие. Антимаг, ты сытники уже. Подумали, ребята. Я попробую его привести. У него гаста нет. Став. Она вот это, сзади меня! Осторожно, be careful! Блять, куда я бегу? Меня жрут, но им пизда. Куда он бежал? Тут же проходик был. Блять, меня закексили. О, Слардар подошел. Нормально, братан. Где еще игроки? Паджик есть где?
Вот, вот. Да, здесь. Ой, он не зафристафился, походу. Ноль маны. Оп. Маны на рот нет, Андрей, у меня. Маны на рот. Я бот толкану. Еле выживу, блядский рот. Блин, сестра, короче, в меня влетает. И вообще. Блин, приятно играть этим героем, ребят, когда так много всего, а врагов так мало всего. О, станчик. Ну и что, блядь? Мой бэк кратко. Стардар, блядь. Антраульт есть. Блядь, у него дагер. Опять станчик, ты перестань. Нет. Я далеко, если что. Могу. Да, ой, нормально вообще. Прием. Ха! Нет, он отсаженный какой-то. Алло, Гаш. Ну давай, сука. Ребят, баха, цель баха. Достигнута. 10 тысяч. Так, а теперь... Это welcome to PyCut Club. Да. Спасибо, спасибо. Клуб Пашката. Кура летит, Андрей. Да, я знаю. План перехват. Хотя это не клуб Пайката на самом деле. Просто. Нет. Фурион! Фурион, вот здесь с ультом! С каким ультом? Какой фурион? Нежно попал. Можно фурить? Блять, только не меня, спектра! Нет, там другого. О, смотри, настоящее. Сейчас я прыгну. Батчер. Да, слышишь? Классно. Ам. Я квост нажал, но... Вот это тут легендарный. Пролетает мне внизу. Так, а вместо БФчика, что я там хотел, ребят? Фурион опять летит. Нет, слышишь, БФ оставь. Не надо это. Думаешь? Плохо. Конечно. А кто так может? А БФ ты ему ждашь. Блять, мне теперь еще эту хрень. Да ты и так толстый. Ну да, можешь еще один купить. Я новый и все. Я супер башер хочу себе. Давай супер. Ну так, новый купи башер. Старый продаж. Чем, блять, в натуре? Какая разница, блять. Новый, старый. Чем он лучше, чем хуже? Рели. Деньги, блять, мусор. И на байбек даже есть. Ну что, идем ломать их? Хватайте на байбек. Хватает, хватает. Reliable gold. Да, reliable да, gold. Все в порядке. А вот так вот клацаешь вот сюда. Оп. Это куда как? Вот где шоп, и над шопом бабки такие. Cooldown. С альтом. Да. Так, ну что, ребят, будем чё, играть? Я предлагаю мид пушить. Смотрите, как интересно. Так, а почему привет. Так больно мне? А, он с бабочкой, да? Ладно, там это, слышишь, у него медалечка, МКБшечка у Фуриона. Так, ну ладно, я понял, буду вести себя попроще немного. Ща приду. Неудобно получилось, конечно. Так это, слышите, получается, они меня уже за хуй не считают. Ну да. А вообще все-таки БКБшка нужна мне вместо БФчика. Думаешь? Уверен. Ну ладно, так как на БК теперь можно эмпойр кидать 100 ват. Я думаю, это нормально. Да. Кура появится через 28 сек. Надо будет баши продать. Так, вот да, под пути... минус армором мне, блять, Фурион просто 2200 наковырял. Так, 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 так. Мне кажется, или лагает дота жестко. Так, играем. Нет, спектра нашла. Бегу от нее пока что. Ага, Слардар, хорошо. Лича тоже нашли. Табюнтер нашли. Не, так нельзя продаваться. Как сейчас играть будем? Байбека нет, я не хотел умирать. Бля, еще аппарат фигает вообще не. Так.
Не понял, блядь. О, ВКБшка есть. Да, лагает дота. Угу. Они сейчас, наверное, на Рошана пойдут. Я хочу... Такое ощущение, что дилей жесткий. Очень хороший дилей. Блин, а мне кнопки надо прожимать. Надо вот туда идти, на самом деле. Блять, как играть вообще? Не, у меня сейчас подходит. А у меня? А у меня нет. Понял. Я завис. Алло, Андрей. Алло, Ктап, да. По-моему, здесь вот что-то было у нас. Очень сильно лагает все. А здесь, да, здесь случилось кое-что. Нужна была твоя помощь, понимаешь? А я? Ты бросил меня, ты бросил меня. Когда ты ушел, я осталась одна. Да, походу мы эту игру в принципе не доиграем, есть подозрение. Что такое у тебя? Ты можешь и коннект? Я пытаюсь, но типа я не уверен, что я зайду, во-первых, а во-вторых, я не уверен, что это остановится. Ну, я не знаю, у меня типа минимально так подлагивало как-то, потом перекатилось. Да я один вылетел? Да. Охуительно. Дудос? Ну, дудос сервера, скорее всего. Стримчик-то идет. Ну, лол, у меня что-то жестко лагает вообще. Да это сервер хуярит. Тут, по идее, все лагают сейчас. А, все, у меня не лагает. Но у меня в игру не возвращается. Ну, я запался. Андрей, вернись. Ктап, я хочу. Ты сможешь вернуться? Я хочу, Ктап. Я могу. Я смогу. Может роутер перезагрузи, попробуй еще что-нибудь. Это вряд ли поможет. Ну пойдем попробуем. Реконнектнулся. Угу. Ну-ка. Ну, блядь, ну что-то вроде есть, вроде нормально. Надо Рошана прочекать каким-то образом. А, началось опять, блядь. Я не мог способность. А мне Рошана. Пойдем хуяриться с ними, ребят. Пойдем. Пока не лагает. На эти, на ножах, за, на отвертках. Да. Надо бот пушануть как-то. Вот тут враг есть один. Я далеко, если что. Нам гем нужен. Чтоб бот у нас сломается, не хочешь, чтобы на 4 упало. Блять, опять начинается. Они где-то здесь затаились. А дай им пувер или что-то там? Да, да, да. Блять, что появился? За лаги? Рошан появился, но спектра на топе. Я тлю Рошана. Take... Take all. Fast. Я уже на позицию пошел. Бля, я глиф нажимаю. Блять, помогите что-то бить его нахуй. Стар вас будет стопить. Ценам, ребят, нам с третью сторону ломают. Еще и лагаю жестко, окей? Пиздец, вообще лаги. Нам... У нас нет стороны. Треть. Да я ебу эти лаги, пиздец просто. Ульти. Я не могу на эту кнопку ебучую нажать, блядь, даже. Блять, не Владимира, нихуя. А что, Тайдхантер взял? Нет, нету. Фурион трон ломай. Все, поехали.
Это вообще финал какой-то печальный был. Да в пизду, блядь, я Рошана один бил. Мы бы, блядь, убили этого Рошана, нахуй. Не дали бы мне Игис, не сыр, блядь. Прилетели бы тогда, дефили бы, выиграли игру. Ну, ебать, я бью Рошана один, блядь. Тайтхантер не ультует, никого не убивает, блядь. Все уехали, я без импауэра. Все в пизда, все, и пошло я на нахуй. Я тебе импауэр дал, кстати. Ну, если с импауэром, то ладно. Так, ладно, пока трехминутная рекламная пауза. Ну, ты че, какие лаги, сука, так, блядь, сбили с толку. Просто они уже топ ломали. Надо было вообще забить на Рошана, на самом-то да, деле. Да, в смысле, мы бы, блядь, все навалились на него, мы бы его в секунду забрали. Ну, типа, блядь, нам им Рошана, нам им Рошана вообще не вариант самое отдавать. Не вариант было третью сторону отдавать. Третью сторону там просто фидить надо было. Мы подрались бы, их там разъебали бы, еще не отдали бы. У нас там глиф был, вся хуйня была. Ну да, но там типа фурион. Бля, у нас там было 4 человека. Все потычки дают, Рошан падает. Дред не выигрывает на Эми, да, ребят? Все как было, так и есть. И дота сейчас лагает. Ладно, я пока отойду. Андрей. Так, ну что там, дота встала? Можно дальше, типа, покорять вершины паблика. Так, ладно, сейчас я еще вернусь.